Вы руками, я трогал документы, передавал, вы говорите следствию, что я не передавал. Документ, пакет документов от моего имени, он у вас на сегодняшний день? Да. Документы, которые вам передали, почему вы, как Центральная избирательная комиссия, не должным образом, ваш сотрудник не выполнил законные действия в отношении меня и не дал мне документ о расписке. Почему он этого не сделал? Хорошо. Подождите, вы отвечаете за свой пост. Это мне решать. Это мне решать в данной ситуации. Я задаю вопрос. Перед тем, как поставить какую-то подпись, я задам вопрос, на который я хочу услышать ответ. Мы собираем информацию вообще о преступлении, о мошенничестве действий на Назаровской избирательной комиссии. Вот сейчас мы собираем как раз информацию. Вот эти все вопросы нам нужны будут и до подробности. Нам же сказали, что это обратиться. Мы хотим выяснить. Потому что мошенники чистой воды. Человек сдавал документы, в итоге он не сдал документы от вас. Почему она не выполнила требования закона? Какой вопрос? Паспорт? Евгений Викторович. Паспорт. Вы показывали паспорт, свой паспорт? Вы показывали, когда подавали документы? Я вас спрашиваю, вы подавали паспорт? Давайте дальше. Давайте. Вам конкретный вопрос. Я вам говорю, задали вопрос. Подайте, пожалуйста, паспорт. Ну, при подаче внимания общего списка. Общего списка. Она взяла паспорт. Чей? Ваш? Ваш? Она записала. Почему она не задала вопрос Евгению Викторовичу? Предоставьте, пожалуйста, документ, удостоверяющий личность. Ее. Вы подставили ее. Я не должен где-то... Я не собираюсь вам отвечать. Нет, вы будете отвечать. Если вас что-то не устраивает... Я же не знаю, как паспорт. Посмотрите мой паспорт. Если вас что-то не устраивает... Ваш сотрудник должен был у меня спросить паспорт. Нарушила что-то, обращайтесь в судебные органы. Вот мы они собираем доказательства. Все. Пойдет, собирайте доказательства где угодно. Она у меня не спросила паспорт. Почему? Потому что вы не подавали его. Как я что должен... Все, я не собираюсь больше собирать. Паспорт там всем показывать, а там мне сотрудник подходит и говорит. Кстати, документы я предоставляю. Вы будете решать паспорт? Не будете. Я опять то же самое подпишу, что вы отказались получать решение, и я закончу конференцию, вернее, закончу избирательную комиссию, заседание комиссии. Мы его по почте отправим. Зачем вам его отправить? Да, вы будете брать или нет? Я возьму, я вопрос еще задаю. Я, уважаемые члены окружной избирательной комиссии, уважаемые средства массовой информации, я задаю вопрос. Уважаемые члены, кто адекватно слышит у нас, я... Авторитетов. Добавьте, как в прошлый раз, авторитетов по ПБ, порядок думаю. Потому что мы представили авторитетов. Авторитетов, мы представили авторитетов. Закончилось. А мы завершаем ее. Браво. А где документы вам по спискам? Вы завершили, все, закрылось, собрание закрылось. Почему вы нас нарушение? Избирательной центральной комиссии, прошу заметить, нам пригласили результаты по территориальному списку. Вот и все. Средства массовой информации, я попрошу остаться, мы проведем здесь не было. Вопрос. Почему вы закрыли заседание, а вот как это все, всем заседанием можно сказать, мы пригласили по списку. Партия, коммунистическая партия Российской Федерации на сегодняшний момент на территории Назаровского района не зарегистрирована. Заседание закрыто. Господин Ёлкин прошу. Попросите у Яна Валерьевича уведомление, которое мы узнали. Я понял, уведомление вы включили. Вы уведомление включили, расписание сделали. Вы, наверное, не читали опять, что расписываетесь. Вы очередной раз делаете те же самые ошибки, на которые вы в прошлый раз точно так же. Вы ни документы не читаете, вы не смотрите ничего и пытаетесь доказать нам, что вы грамотно поступили со списком. Все. Вы идете не туда. Ну, это мое дело, куда мне идти, уважаемый. Все, заседание закончено. Всем спасибо. Да, он, наверное, со средствами массовой информации пойдет в кабинет.
Спасибо.